Совсем недавно глава города Сергей Сергеев побывал в хуторе Просторном. Больше всего его поразило состояние средней школы номер 23. Он потребовал привести учебное заведение в порядок. Последняя побелка фасада школы была 3 года назад. За это время и звездка осыпалась, почернела. Здание школы пришло в неприглядный вид. Сегодня начались работы по устранению недочетов. Штукатурили, белили фасад школы, красили ограждение. Капитальный ремонт кровли начальной школы и основного здания. Ремонт фасада основного здания, цоколя, отмостки. Работы будут выполняться только после окончания учебного процесса, то есть в каникулярное время. А пока идут ремонтные работы, участвуют в процессе благоустройства и школьники. Они сажают саженцы красивых деревьев – каштан, линкоранскую акацию, вьющуюся иву. Одним словом, наконец-то во дворе будет уютно и зелено. Учителя вместе с детьми разбили пешеходные дорожки и цветочные клумбы. Удивительно, что все это стало возможным только после приезда главы. А до этого они словно не видели, в каком состоянии школа.